начал заниматься, но мне это не нравилось, мне это было скучно, мне хотелось гулять во дворе, и я бросил музыкальную школу. А потом уже сам начал играть. У меня появился синтезатор старый, с которым я начал экспериментировать и писать уже музыку. А когда уже я закончил 11 классов, нужно было уже выбирать консерваторию, которой, к сожалению, в Крыму нет. Но моя позиция такая, что я не хочу уезжать из Крыма, поэтому я остался и поступил на математический факультет. Получился такой достаточно боевой марш, но боевой в хорошем смысле, чтобы дух крымско-татарского народа не падал, чтобы он процветал, улыбался, чтобы у него всегда была надежда жить и растить своих детей. Я выкрал из психиатричной лекарни. Прекрасно! Припустимо, мене не кинуться шукати прекрасно. И за эти два спектакля я вот недавно получил премию Котляревского. Был самый юный лауреат. Классический концерт, но как композитору мне бы хотелось добавлять восточные мотивы, мотивы крымско-татарской музыки и вкраплять их в свой концерт для того, чтобы наш зритель узнавал что-то свое родное в музыке классической.